Здрасте. Кто это у нас? Том. Том? Да. Сколько ему? Месяцев 5-6. Хорошо, месяцев 5-6. Спасибо. Мы пристраиваем кошек бездомных. Ой, как здорово. Да. Вот это вот Том. Том. Вот. И мы найдем ему дом. Вот с вашей подачи. Кстати, у нас иногда... Гости забирают. Нет, это была бы мечта. Нет, Швыдко один раз забрал в театр просто. Да? Мышей ловить. Да. У нас гости придумывают иногда клички. Если им кажется, что, допустим, вот это совсем не Том, а кто-нибудь другой. Если вам что-то в голову придет, вы смело можете... Я скажу, он вроде похож на Тома. Похож на Тома, да? Да. А у вас, кстати, были когда-нибудь? У меня не было никогда кошек, на кошек у меня аллергия. Я поэтому так немножко с испугом на него посмотрела, но я думаю, что за то время, что мы проведем вместе с Томом, ничего со мной не случится. Нет, если вы почувствуете какие-то признаки, да. Ну вот Полине сейчас сколько, 2 года? Ей 2 года. Вот, ну, через пару лет она станет вас просить какую-нибудь черепашку, как минимум. Пока я ее уговариваю, мне страшно хочется какое-нибудь животное. Ну, не кошку, понятно. Пытаюсь, ее уговорить, чтобы как будто бы она меня попросила, и тогда я с радостью кого-нибудь заведу. Но она пока... не хочет никого. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.